Говорю, прикинь, Стасян, блядь, тут, короче, сейчас в историю мужик в очке, блядь, айфон вынес. Мы просто тут в хуй все. В смысле, блядь, в очке? Блядь, телефон и вынес, это пиздец. Стой. Подожди, а как оно влезло? Да я не знаю, что ли, он прям с коробкой, блядь, вынес, ты прикинь, нахуй. Здесь на первый этаж, посмотри, там у него, блядь, все очко раздробленное, блядь. В смысле? Я знаю, блядь, ты хочешь там, иди посмотри на первый этаж, спускайся. У рестора? Блядь, Стас, прикинь. В зале опять кто-то насрал за манекен. Ты, блядь, тихо, я в зале уже. В смысле в зале? В зале я уже. Там насрано так, что блядь. Блядь, я тебе говорю, в зале я. Сейчас, короче, нам в голову пришла такая идея. Мы будем преследовать девчонок, которые идут с определенными пакетами определенных магазинов. И будем говорить, что, типа, в этих магазинах установили, именно в этих магазинах установили камеры. И посмотрим на их реакцию. Да, ты тут? Да, что такое? Блять, давай к нам быстрее в каморку дуй. Тут, короче, камеры в Зенисе прям в раздевалке, блядь, поставили. Кто такие сочные девки? Давай быстрее, мы тут с мужиками уже все сидим, блядь. В смысле скрытые, как скрытые? Да, блядь, Сёма поставил сам, короче, скрытые камеры на мониторы, вывел, блядь, сидим, смотрим на девчонок. Давай к нам скорее, блядь. Подожди, а вы сейчас в каморке, я не понял? Да, блядь, мы в каморке, блядь, быстрее гони к нам. Давай, иду.